що хочете, те робіть. Господь каже, я вам даю право вибирати. Амінь? Амінь. Амінь. Тому що я хочу, щоб кожен з вас розумів, в його любові заключається, що він не насильно це все робить. Амінь. А з любові. Амінь. Я прийняв, я благословений. Не прийняв, я теж благословений. Але без плодів. А жити благословенням без плодів – це чревато. Чим? Розочарування, проблемами. Лучше благословення з плодами, коли ваші молитви вони реалізуються у вигляді ваших спасенних дітей, у вигляді вашого зціленого тіла, у вигляді вашої спокійної душеньки, яка нічого не боїться, і сильного духа, який рано може встати. Амінь. Я дивився ролик ваш, як ви там на Лісовій, ото пам'ятник. Да. І ви співаєте, а люди йдуть. Да. А я думаю, хотів би з тієї сторони подивитися реакцію людей. Як вони дивляться, стоїть батюшка і утром співає Ісусу славу. Я в метро співаю. А шок дав некоторий, так? І дорогі святаті любого, ви віруючі? Так. Ну коли співають Ісусу слава, вони в шоці. Що це таке? Представте, яке лукавство. Яке лукавство процвітає в християнстві. Але таких людей, які не бояться, є єпископ наш. Повинно бути більше. І ми його паства. І ми повинні виходити. Ну я не говорю в такому форматі. Богу узріть наш формат. Де нам? Може комусь на роботі, комусь в ліфті, комусь до сусідки вареничка зварив та зайшов в гості і розказав інформацію про Ісуса. Тобто є різні. Ну, ми повинні оце говорити. А ми можемо говорити тоді, коли ми це що пізнаємо і переживемо. Амінь. Алілуя. Время молитви, нужди. Ми будемо молитися за вас з єпископом. Давайте. Є нужди, так? У нас є час. Амінь. Да, да, да. Да. Саме перше, що? Що в нас благочинне? Вот за отца Алексея помолимся. О, да, отца, я... Алексея Ивановича. Горю желание. Да, да, да. Вы давайте через... Дружина же вносилась. Да, одна просьба. Вы выйдете, а мы через вас... Вы повертаетесь до церкви, вы зараз ее берете за руку. Аминь, аминь. За руку закрываете ручки, и там вы коменяете. Тримали ее за руку. А зараз духовно це зробіть. А ми з вами, через вас, ми скажемо, Отче, Олексій Іванович, це твій син. Амінь. І ти йому дарував силу, славу, благодать і милість. І хай прямо зараз вездесущий Дух Святий піде туди, де він знаходиться, зійде на нього. Покриє його, амінь. І все його фізичне тіло наповниться силою Духа Святого. І кожна амінь. Його клітиночка тіла відчує Слово Боже, яке говорить, що ранами Ісуса Христа він ізцілений. І хай він явиться амінь. На це місце в здоровому тілі, мирній душі і сильному духу. І сам засвідкує нам про славу Божу. На ньому ми дякуємо тобі. Ми благословляємо його дружину. Ми благословляємо дочку, його сім'ю, ангела Господні. Отаборіться навколо цієї родини і оберігайте її від стріл лукавого во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Там Дух Святий. Амінь, 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 да? Амінь. Ти відчує? Там, плаче за вас. Він любить Духа Святого. Алілуя. 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 Слава Господу. Кого ще може нужди є? Давайте, є час. Бо благодать саме перше для Бога за Ісус. Для моїх дітей. Амінь. А тоді всім останнім. Амінь. Що? Що?
церкви. Ну что, я про вас. И с кем? С Иисусом? А с детьми? Це не проблема. Проблема, знаєте, в чому? Що ми часто ховаємо цю проблему в собі, а сьогодні ви втомились її ховати. Зараз ви її піднімаєте. І ми віддаємо її кому? Ісусу. Ні я, ні ви не вмієте балакати з дітьми. Я це знаю, і ви це знаєте, а він вміє. То хай він вмішається в цю ситуацію. І ми просто скажемо, що хай ваше серце переповниться його словом. Ваше серце переповниться його почуттями до ваших дітей. І його очі будуть дивитися. Ви готові, щоб він вмішався? І вже вони бачили не маму, як там. Ми поняли, як вони там ваші контролер, чи ще як вони нам сказали. А маму, яка як Ісус вміє любити, прощати, і всякому, в будь-якому випадку, вона ніколи не буде сердитися і обіжатися. Ви готові зробити обмін? Ви зараз прямо закриваєте очі, віддаєте Ісусу, скажете, дай мені, я віддаю тобі свою боль. Боль, обіду. Віддаю своє. Оце ж материнське ранене серце лікує. І хай твоє серце прийде. Хай твої слова прийдуть. Хай твої почуття прийдуть. І хай мої уста говорять твоє слово. А мої очі дивляться тобою на моїх дітей. Прямо зараз. Я прошу цього і хочу цього. І хай твій мир поселиться в моєму серці, на моїй кухні і в розмовах з моїми дітьми. В ім'я Отця, Сина і Святого. Амінь. Я хочу, щоб ви цією молитвою молилися. Я хочу засвідчити. У нас років півтора у холодильнику пригоріла лампочка. І так і... Скільки півтора року? Да. Це тільки жінка може знати скільки. А це відкриває холодильник, лампочка горить. Змилувався Ісус. Да, я кажу, так як, є Бог на світі чи нема? Чоловіка, може, немає, буває, так? Слава Богу. Я... Хлопці дивляться друг на друга, і да. Той не купляв, і той не купляв, і той... І я говорю, так як? Єсть Бог, да. Єсть? Ви знаєте, часто ми ж з вами... Присаджуйтеся. Ми от з вами жили в мирі, і ще в мирі ми навчилися вчатися своїми дітьми. Амінь? Зараз обмін йде. Даже цим, бо і я завжди молився, я робив так, як я робив, як мене навчили батьки. Да? А тоді в одне прекрасне время розумію, що я втрачаю всякі відносини з дітьми. І знаєте що? Я почав молитися такою молитвою. Ісус, я поганий батько. Я це вже зрозумів. Ну ти самий лучший, давай зробимо обмін. Я буду займатися тим, що я вмію, а ти займайся моїми дітьми. І ви знаєте, коли я йому признався, що я поганий батько, внутрі почав робитися обмін. Він почав. Я не можу це вам об'яснити на словах. Це духовне і душевне дійство, яке перемішується. От і вам. Тому що ви був період, ви ж не родилися святими. Був період, коли ми були в мирі, і нас життя те наставило так, обіжатися на дітей, сваритися, і ми це принесли сюди вже, до Отця. Ну коли ми міняємося, то очі другі. І я навчився, в мене женський колектив, ви ж знаєте. Я навчився не говорити, а слухати. Бо раніше я сильно багато говорив. І через 20 минут я виходив з рівноваги, бо жінок переобідати не можна. Не важливо, чи їй 3 роки,
чи її 43 роки. Не можна переубідити. І я тепер навчився слухати. Вони говорять, 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 а потім кажуть, то як нам поступати? Тоді я підказую. А раніше я доказував. І я розумію, що це не від мене, бо багато років я робив наоборот. Значить, що ця молитва сработала, вона почала міняти моє серце. Далі моя дружина каже, як ти маєш так довго мовчати? Кажу, Ісус дає тільки. Прості речі, але з цих речей складається процес життєвий. І якщо ви будете оці мелочі упускати, і їм давати свободу, щоб не бути розрушені наше життя. Амінь. Так що хто сьогодні вважає, що він не зовсім, ну не кажіть поганий, ну недосконалий, бо я так радикально казав, бо я радикальна людина. А ви можете в молитві сказати, я несовершенна мама, несовершенний тато, у кого, хто тато, хто. Господі, вмішайся, бо ти совершенний. Амінь. Бо Ісус нам являє Отця Небесного, а Він совершенний. І ви побачите, як ваша кухня преобразиться. Амінь. Не, як... не тільки лампочка. Да. Алілуя! А можна теж за мене помолитися? Я... Не можна, а нужно. Да? Давайте. Злой. Направимо. Вот, и... Молюсь за детей сейчас, молюсь за жену, за детей и за внуков. Вот, и знаете, вот как вот тоже слушал сейчас, вот, и как Иисус сказал, что если вы, земные отцы, да будучи злы, можете даяния благие давать детям вашим. Вот я всегда внимание обращал, вот именно будучи злы. Стоп, злой, злой, как? У меня, вот я вырос в семье, да, папа был... Ну, сама доброта, очень добрый был человек, вот, и, не знаю, даже мама в чем-то построже, значит, а вот папа был очень добрый всегда, значит, и там его все знали, даже, он даже свой, все носил там, что там, все кошки кормил, собак там, птиц там, людям, если кто-то, проблема какая-то там на работе или где-то, он всегда всем там помогал, вот такой был человек. Вот, и, значит, и дома он был, ну, не знаю, очень-очень добрый постоянно. И мама, и папа нас даже не наказывали никогда. Вот я даже порой думаю, сейчас уже взрослым уже думаю, порой, наверное, даже где-то зря даже не наказывали в чем-то. Вот, и, знаете, но, когда еще пацаном я вот это прочитал первый раз, вот, тогда в 13 лет, вот, 14 уже, 14 лет, как раз, вот этот текст как раз, что «будучи злы», я так подумал такую вещь, что вот любой отец, да, даже если он самый добрый из добрейших, даже в сравнении с Отцом Небесным, да, он злой. Вот, но став сам отцом, я это понял очень хорошо. А став дедушкой еще больше понял. Вот, что, значит, насколько вот несовершенный человек, да, насколько я вот злой в сравнении с ним добрым, благим отцом. Я, знаете, вот пока во Львове был, у Кифы, там в гостях был Эсти, вот от них привет огромный вам, вот, огромный привет, и я очень благословлен был вот этой поездкой, вот, мы мало где были, честно говоря, ну, были в одной церкви, там, у баптистов, у писятников были, там, в этой библейской школе были, все было хорошо, да, но... Самое большое вот благословение было вот просто побыть вот вместе, вот, знаете, в молитве, в общении с Богом. Так вот, и, такая хорошая семья, хорошая атмосфера, вот, детки. И тоже вот, я замечаю, как, вот, как они со своими детьми вот, себя ведут, да, вот, позволяют доброте Бога, позволяют Богу вот, действовать. И тогда действительно вот, все по-другому совершается, все по-другому. Вот, а когда тоже мы там во Львове, где Золотая Роза была, синагога, пришли туда, старая еврейская улица, и как раз Кифа записывал там видео, вот, а я пел, прямо при всем параде, еще клубок одел еще, а там ребята, девчата, вот, сидят, значит, с пивом, с сигаретами,
А я так, я уже знаю, я им «Слава Иисусу Христу!» Они «Слава навеки!» Я сразу цигарет прячу, такая партия убирает. «Слава навеки Богу Святому!» То есть у них это... Они даже если, ну, люди неверующие, но все равно вот эта вот традиция, она как бы жива, жива. И вот, а вот только скажешь, они сразу поменялись, сразу, они сразу... Вот, значит, я сразу без всяких прелюдий сразу стал петь. А там, где как раз старая еврейская заканчивается улица, где синагога была, там сейчас мемориал, и там очень хорошая акустика. Так получилось, что за стенами, там как в соборе поешь на улице, но как будто бы звук прямо рассеивается, прям там, вообще потрясающе. Я там сразу запел. Вся земля так долго на цей день чекала. Они там вообще так, все пиво быстрее туда вижу, уже вообще убирают. Есть как служба Божия началась уже такая. Потом Иисусу слава пели. Вообще слава Богу. Поэтому я понимаю, что человек, даже если он испорчен, внутри все равно есть это вот Божье, божественное. И на днях тоже вспоминал, там как раз во Львове проезжали мы Малевича, выставка, ну там как бы посвященная памяти Казимира Малевича. Вот я учился в училище художественном в Орле, и в Орле жил как раз один из учеников Малевича. Он тоже у нас немного преподавал, но не у меня в группе, в моей группе был другой учитель. Вот, но мы с студентами имели возможность слушать его. Ну, правда, он такой был матершинник еще тот, и как бы и пошляк. Вот, да, ну, к сожалению, такой, да. Вот, очень матершинил. Хотя даже в училище он так старался как бы не говорить, но все равно у него так прорывалось там такое. Вот, значит, и такие выражения такие пошлые были. И, значит, хотя рисовальщик хороший, как рисовальщик, очень хороший. Вот, действительно, вот, фигуру чувствовал сразу, и вот, ну, график хороший был. Вот, как живописец нет, а вот именно как график хороший. И знаете, и как раз вот сидели тоже в мастерской, его мастерской уже. Вот, и он там как раз вот про черный квадрат, там, вопрос опять. Малевич. Малевича прозвучал, да. А он еще молодым тогда человеком, он был как раз в мастерской Малевича и с другими ребятами, они обучались там тоже рисунку, живописи, композиции, все. Вот, и он как раз был на той выставке, где впервые открывалась вот эта вот картина-то, была представлена черная. Там красный квадрат был какой-то еще, и вот черный квадрат. И он каждый из этих квадратов и фигур этих, он давал объяснение определенное. Вот, допустим, красный квадрат у него там означал так, там вот как раз победа революции, значит, там, и он как бы этому, к этому приурочил как раз годовщине там очередной революции. Вот, тогда назывался Октябрьский переворот, назывался, но потом как бы революции. Но смысл такой был. Потом, значит, там белый квадрат, там его и не видно фактически, там лишь контур чуть-чуть, он тоже давал объяснение. И вот черный квадрат. Черный квадрат, он объяснял это, а там собралась ну, творческая молодежь, значит, там не только его ученики, там были и с прессы представители были. Его комментарий, меня он тогда очень сильно поразил, удивил, очень комментарий. Малевич сказал тогда, потом в журнале писали, там всякое писали, но именно его, с его слов это было следующее. Как вы прокомментируете черный квадрат? Он говорил, Бог умер, Бога нет. И аплодисменты в зале начались, там, ну, как бы это было очень такая революционно, и как бы вот сама идея разных вот этих фигур, разных цветов, и вот черный квадрат он прокомментировал тогда именно вот таким образом, и это было очень так вот с овациями воспринято было, вот, но, правда, потом он вот сказал, художник, что когда уже Малевич был уже после выставки в мастерской снова с ребятами, то он сказал еще более пошлые вещи и гадкие. И плюс еще для художников он сказал вообще такие вещи, что как бы, ну, ножом по сердцу для них. Он сказал, что не только Бог умер, вот искусство тоже умерло. Что вы думаете? Искусство тоже умерло. Все. И вот по сути, вот то, чем вы занимаетесь, это уже все не нужно. Черный квадрат – это уже все. Это уже конец. Точка. Вот, да, больше нет живописи, больше нет Бога, больше нет живописи, больше нет искусства. Вот, да. И, знаете, я тогда слушал, и я понимал, что вот этот человек, даже как художник, да, хороший художник, хороший рисовальщик, но вот этой пошлостью своей, да, и пьянкой он пытается заглушить вот ту боль, которую пронес, по сути, ну, всю жизнь. Он уже не молодой человек, я был совсем еще пацан, значит, но
было понятно, что он просто скрывает это все, вот эту боль, по сути, безбожие. И тогда я с ребятами разговаривал, ну, с кем учился, я им рассказывал о Христе, о Боге, из Евангелия рассказывал, притчи Христа рассказывал, особенно притчи Иисуса, я любил рассказывать им, пересказывать так, с такими примерами. Вот, я говорил уже здесь в собрании у нас в церкви не раз уже, вспоминал, с Липецка у нас был один товарищ, Дима его зовут. Вот, Новоселов, хороший художник, он учился тоже, ну, не в моей группе, а в параллельной группе, значит, и он тоже слушал все эти рассказы, как я рассказывал о Христе, о Боге, и вот, и знаете, потом Дима, мы когда с ним встретились уже, ну, списались вначале, он нашел меня в социальных сетях, потом встретились мы с ним, он сказал такие слова, представляешь, это вот прошло после наших разговоров тех 30 лет. Мы с ним не виделись, да, почти, мы с ним не виделись почти 30 лет, а после того разговора, тех разговоров о Боге, о Христе прошло ровно 30 лет. И он говорит, и все то, что ты рассказывал, эти 30 лет не думал ни о тебе, говорит, значит, и, ну, пару раз там что-то мельком там услышал, а где Журавлев? А, Журавлев, он там сейчас где-то батюшка, где-то в Рязани, где-то служит там на приходе, ну, ну ладно, пошел такой дорогой. Вот. Значит, и все. Ну, не думал о тебе, и о том, о чем ты рассказывал, ну, тогда пацанами интересно было, такого по радио не говорили, нигде такого не услышишь, вот, эксклюзив, но, в общем-то, как бы оно мне не надо. И человек жил своей жизнью, пьянки, гулянки, значит, хороший художник, но погибал, вот, за грош буквально погибал, вот, и знаете, он рассказывал, после очередной пьянки, вот, он не было чем опохмелиться даже, а, значит, ни халтуры не было, ни денег, ничего вообще. Все распродал, значит, и просто шел на эту мастерскую, где вот эти памятники всякие там делают, надгробия там еще. Может, какая-то копейка будет, может, ему там опохмелиться дадут, может быть, какой-то заработок будет. Хотя бы работать не мог, потому что руки тряслись, страшно, вообще весь был не в себе просто. И, значит, и пришел туда, а там брат этот, ну, то есть вот человек, который один из управляющих этой фирмой, он верующий, пятидесятник. И он сказал, я тебе не дам похмелиться, и халтуры у меня сейчас нету, говорит, видишь, у меня здесь работают ребята, говорит, и у меня нету даже подзаработать сейчас для тебя, но, говорит, я тебе кое-что дам. И вот посмотри, у тебя же там есть это проигрыватель DVD, вот, да, есть, вот. Возьми, говорит, короче, посмотришь. Я как раз-то убрал так. Короче, это был мой диск. Я потом иду и думаю, где же еще мне что-то найти? И вдруг, значит, я вспоминаю, отматываю как будто бы назад. Я успел, ну, глаз художника по касательной зафиксировать изображение. Что, значит, да, значит, что вроде как Журавлев, вроде как твоя фотография. Ну, ладно, смотри, точно ты. Пришел домой, ничего не нашел, короче. Ни халтуры, ничего. Вот, значит, пострелял там у ребят там сигареты, значит, пришел домой, значит, как бы вот и, а, нет, был как сокол, денег нет, ничего нет вообще. Ну ладно, включаю диск, точно ты, Серега, ты, батюшка, точно, значит, и это, и я, говорит, сидел и разговаривал с телевизором, с тобой разговаривал, короче, и ты мне на все вопросы отвечал. А это как раз было там запись из Сакраменто. Короче, значит, ну, там, где как раз я свидетельствовал больше. Вот, и слава Богу, сейчас он проповедует Евангелие сам, он, сейчас он в этой церкви Пятидесятнической, значит, там, в этом Липецке своем, да. Вот, слава Богу. И когда мы с ним встретились, первый раз пересеклись спустя 30 лет, значит, вот, тогда еще пацанами виделись. Сейчас уже и не узнать уже, да, но уже мужик уже, ну, другой человек, казалось бы, да. Вот, но самое интересное, вот он подошел, значит, к метро, к этому, к поезду, там, у них там в Липецке там долго поезд стоял, там почти час целый. Вот, значит, мы с ним как раз могли хоть пообщаться, и первый раз тогда, значит, списавшись. И он сказал такие слова, знаешь, говорит, вот, удивительно, но то, что ты сказал тогда, да, вот, говоришь, оно имеет силу. Прошло 30 лет, ведь оно где-то сидело глубоко внутри, говорит, и вот сейчас оно вот все ожило, вот сейчас оно все как бы вот, ну, проявилось. Ладно, друзья,
Я, значит, к чему еще, что хочу это сказать, что действительно Бог наш добрый Отец, и Он хочет спасения всем нам, абсолютно всем, и каждому. Эти дни, вот сейчас тоже молюсь, переживаю тоже за своих детей, за внуков, вот, за жену, и молюсь, и вот, прошу ваших молитв. Прошу вас, вместе. Вот, направим мы все наши молитвы сюда, на нашу Евхаристию. И мы просто звернемся до Отца Небесного и скажем: Отче, це твій син, який в простоті серця свого шукає лиця Твого, шукає милості Твоєї благодаті. І ми хочемо, щоб прямо зараз Ти на цьому місці наповнив його, наповнив його серце своєю благодатью і милістю. Щоб не він, а ти через нього являвся своїм дітям, своїм внукам, правнукам, щоб це було до тисячного коліна. І його слова – це будуть твої слова, його думки – це будуть твої думки, і його мудрість – це буде твоя мудрість. І це буде записано на скрижалях серця його родини. І вони будуть згадувати, що був такий тато, був такий дідушка, прадідушка. І ніколи написано ім'я праведника не ісчезне з уст народу. Слава тобі, Господь, що ти сьогодні міняєш, благословляєш, преображаєш і наповняєш смислом свого сина. Бо ти хочеш, щоб він був похожий на Ісуса Христа. А Ісус був похожий на тебе. І хай це явиться слава через нашого єпископа, твоя слава. Явися ти, Боже, в усій красі, в його тілі, в його душі і в його дусі, щоб всі узріли, що Бог живий і сущий. І являється через своїх дітей во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Якби всі нужди виконали, хай нас Бог з миром розпустить, да? З миром Божим. Ще можна цього помолитися? Так? Може, ще раз цього помолитися, за що? Ні, ну і хто желав, я бачу всі, да? Остальним розмишленням. Да. Зараз у нас, да, ще одне служення. От і, друзі, я, значит, хочу... Я не вижу, сколько времени сейчас там? Надо часы все повесить. Сколько времени? Время? Ну, вот уже 12. Сколько? 12, да? Ну, 12. А, 12. Как раз уже и время, да. Пора еще знать. Вот, и благословляем снова всех, кто приложил сюда руки, старания, молодцы, да, вот, дай Бог здоровья. Будем теперь в преображенном таком, да, помещении уже. А, это вообще? Да, сказка. Да, по совести, что было, конечно, были катакомбы такие. Вот как-то что-то похоже на такое нормальное помещение. Вот, и, друзья, минутку внимания. Сегодняшнее воскресенье, я снова напоминаю, да, в традиции называется прощен. Древняя православная традиция, прощенное воскресенье. И тема прощения, я начал ее говорить, есть запись, если что, можно будет там послушать. Тема прощения очень хорошая тема и глубокая тема. Трансляция, кстати, о, кто-то ведь до конца досмотрел, молодцы. Есть такие, да, терпеливые. Слава Богу. Вот, значит, и знаете, друзья, тема прощения – это огромная тема. Я хочу из того, что вначале сам вам сказал, напомнить следующее, что прощать по-настоящему, по-правдошному, не по-нарошку, по-правдошному, может только лишь тот, кто пережил прощение в своей жизни. И как он прощает, так и мы сможем прощать, действительно. Насколько мы принимаем это прощение, понимаем, осознаем. Поэтому, чтобы простить, надо просто понять, что Бог меня простил полностью, и принять это прощение. И тогда это ты способен будешь прощать других. Что имеет, то дает. Другого варианта нет. И знаете, друзья,
завтрашнего дня пост в традиции православной. В нашей церкви не принято такие посты праздновать, ну, отмечать, как бы, значит, и поститься. Но если желание есть, то, как говорится, ну, дай Боже здоровья вам, крепости. Какой-то день в неделю, или два дня, или три дня в неделю, или все это время. Но опять-таки, самый главный пост – это не просто воздержание от пищи, хотя это тоже очень благочестиво и хорошо влияет благотворно на человека. А именно вот о чем говорил как раз сегодня отец Виктор. Очень хорошие слова были сказаны. Вот воздержание. Это как батюшка один сказал тоже, там, что не есть, мясо не едите, а друг другу, да, пост, главное, друг другу не есть. В пост будет самое главное. Друг другу не есть. Вот это правда, на самом деле. Это сложнее всего. Вот, ну, без Бога это невозможно. Знаете, первая неделя, каждая неделя имеет свою тему определенную. И очень глубокую тему. Для размышления очень хорошую тему. Я постараюсь в трансляциях об этом говорить. Кто имеет возможность, по утрам, в 6 утра, по киевскому времени, подключайтесь. Вот, буду стараться говорить. А также по вечерам, в 6 вечера, стараюсь говорить о Пуриме, о предстоящем празднике библейском. Есть праздники церковные, православные, есть праздники там, государственные, разные праздники. А есть праздники библейские. Еврейский праздник, да, но это в первую очередь библейский праздник спасения народа Божьего. И каждый вечер я об этом так больше или меньше так стараюсь понемногу рассказывать. Вот, и что еще? Ну, все это время я с вами здесь, вот, и март месяц, и апрель почти весь планирую быть в Киеве. Вот, молитесь поэтому, да, тоже, да. Вот, и в вашем распоряжении, что надо, пожалуйста, пишите, звоните, буду рад послужить. Вот, вчера вам там благословляли мальчика маленького, да, дитя. Вот, Александра Младенца. И, ну, очень классно вообще. Слава Богу, я очень рад был послужить. Пусть Бог благословит вас. И благоставляю, да, сегодня тоже это служение, финансовое служение, да. Благоставляем во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Пусть житницы будут наполнены наши. Вот, и благоставляю благословением священников. Всех вас. Давайте встанем, возлюбленные. И те, кто смотрит трансляцию. Те, кто сейчас не смотрит, досмотрели. Кто не смотрит, да, досматривает. Тоже благоставляю всех во имя Господне. И кто не смог подключиться, мало ли. Да, значит, и Алексея Ивановича, паки-паки, снова и снова благоставляю прямо сейчас, где он находится. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец, Бог и Царь, благословенный во веки веков. Аминь. Благодарю Тебя за это служение, за это собрание. Благодарю Тебя за братьев, сестер. Благодарю Тебя за слово, которое звучало сегодня, за научение это. Благодарю Тебя за отца Виктора. Благодарю Тебя за действительно мудрость, сходящую свыше, Господь, научающую нас. Боже всемогущий, благослови нас, распусти с миром. Пусть Твой шалом, Твой мир будет в наших сердцах. Господь, благослови и всех нас собравшихся, и кто не смог быть, благослови прямо сейчас, прикоснись, где находится кто, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, слава Тебе и хвала. Благослови Украину, благослови Киев, пусть здесь на берегах Днепра славится имя Иисуса Христа непрестанно. Благослови Львов, благослови Кифу, Эсти, всех во Львове, братьев, сестер, начинающихся там церковь, реформаторскую православную церковь Христа Спасителя там, во Львове. Благослови, Господь, Боже, по богатой своей милости во имя Иисуса.
Черкасскую область благослови, Господь, Звенигородку, всех там, Боже, братьев, сестер, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, наш Бог и Царь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывает со всеми нами. Аминь. Аминь. Ну, обнимите один одного, как говорится. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя.